Будешь подглядывать, да? Я не буду мешать, да. Если что, тогда помогать будешь. Не-не-не, я хочу играть. Она будет это помогать. Я все вижу. Ну все. Сказка начинается. Жили-были три. Кто? Поросенка. Поросенка. Хрюшки-поросюшки приветствуют вас. Здравствуйте, детишки. А также их родители. Здрасте, здрасте, здрасте. Веселились три хрюшки. Хрюшки, хрюшки, поросюшки. Хрюшки, подружки. Или не подружки. Няф-няф, нуф-нуф и... Ниф-ниф. Ниф-ниф. Да, ниф-ниф. Отлично. Ниф-ниф, нюф-нюф, няф-няф, няф-няф. Кто из них кто? Непонятно кто. Не надо так... Кручу-верчу, надурить хочу, называется. В общем, кто-то из них няф-няф, кто-то наф-наф, кто-то нюф-нюф. Или ниф-ниф. Или хрюф-хрюф. Жили-были, жили-не-тужили, лето на дворе стояло. Не стоял. Ну ладно. И они радовались. Хрю-хрю-хрю, хрю-хрю-хрю, хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Что-то какая-то новогодняя, да, песенка для лета, непонятно. Ну ладно. Хрю-хрю, хрю-хрю-хрю, 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 хрю-хрю-хрю. Но наступила осень. Ой. А почему именно осень? Давайте 29 апреля. 29 апреля прошло уже, день рождения у тебя, я знаю. Знает вот эта хрюшка про твой день рождения, который 29 апреля. Но прошло лето и наступила осень. Стало холодать. Хрюшки стали немножечко зябнуть и дрожать. Холода наступают, листья падают. И еще раз листья падают. Много листьев падало. И им соседи посоветовали построить домики. Потому что сказали, зимой будет холодно, надо домики построить. Одна хрюшка построила себе бумажненький домик. А вторая хрюшка построила себе деревянненький домик. А что мы на крыше сидим, да? А так модно нынче. Это лофт. Да. Ну а третья строила. Долго строила. Каменный дом большой. Эти хрюшки принесли мне кирпичи. Спасибо, добрый человек. Спасибо, Аня. Радовались. Эти хрюшки, потому что уже построили дома. Где там она? Вот она радуется тоже. И стали смеяться над этой хрюшкой, потому что она мучается и строит себе долго очень. Очень долго строила дом. И они смеялись. Ха-ха-ха-ха, ну ты даешь, что-то ты долго строишь. А хрюшка эта... Камушки перебирала, строила. И построила Макдональд. Это было позже. Вот, из камней. А эти хрюшки смеялись и говорили, ну что ж ты мучаешься, построй себе шалашик и живи в нем. Нет, в шалаше слишком холодно зимой. Да и вдруг придет волк. Волк! Испугались, и хрюшки спрятались по своим домам. На деревянном домике дальше. Но говорят, да ладно, какой волк? В нашем лесу никаких волков нет. Ничего. Никаких волков нет. Зачем ты? Нет, на всякий случай надо большой каменный дом. Они все равно ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смеялись. А тем временем эта хрюшка построила большущий каменный дом.
Вот такой вот, даже с электричеством, если розетку мы найдем. Если не найдем, значит без электричества. Радовалась, радовалась, Хрюшка. Радовалась, радовалась, говорят. Вот так вот у меня хороший, красивый дом, а у вас лофт сплошной. У одного лофт деревянный, а у другого даже не лофт. Просто бумажный. Ну, они, каждый лежал, загорал. Ну! Пришел был. Да. И потом в Макдональдс. А тут появился волк! Ура! Волк! Хру-хру-хру-хру-хру! Все они попрятали свои дома. Попрятались хрюшки в дома. Ура! Волк! Еще и не один, а с волчицей. Волк появился и говорит, что это такое? Что это здесь такое происходит? Какие-то непонятные дома. Вот это дом или что? Это просто, кажется, журнал. А волк был не простой, волк был хохотун. И он как засмеется. Хру-хру-хру-хру. И дом улетел. Как это улетел? Улетел. Хрюшка там вдвоем хрюшки сидят, трясутся. Дом ходуном ходит. Волк смотрит и не поймет, что это за деревяшка такая лофтовая. Стоит. И трясется. Странно стало волку. И очень стало ему смешно. И он как засмеется. И деревяшка улетела. Хрюшки как испугались. Постучались к своему другому хрюшке, который каменный дом построил. И тоже туда попрятались. И тут волк подошел, посмотрел в окно. А в окне там три хрюшки. На головах стоят. Ему стало смешно. Вы что там, хрюшки, делаете? А мы тебя боимся, говорят хрюшки. Да не бойтесь вы меня, я же добрый волк-то. Я просто громко смеюсь. Не бойтесь вы меня. А хрюшки говорят, да нет, ты нас съешь. Он говорит, да я чё вы, я мясо не ем. Не переживайте. Выходите. Волк. И хо-хо-хо-хо-хо. Я веселый волк. Выходите, мы с вами песенку споем. И потанцуем. Хрюшки доверились волку. Вышли. Как вы думаете, зря они доверились или нет? Зря, конечно. Зря. Конечно, нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Та-та-ри-та-ри-та-та-та-та-та-та. И волк вместе с ними начал танцевать. Все, сказки конец. Кто слышал, тот огурец. Браво! Пожалуйста, огурец. Ура! Волк съел огурец.